В России стартовала программа молодежного туризма. Больше, чем путешествие. Отправиться в бесплатную поездку по одному из 250 направлений смогут студенты и школьники, участники платформ «Россия – страна возможностей», «Другое дело», конкурсов «Твой ход», «Большая перемена», а также «Российского общества знания». Тематика путешествий самая разная – от урбанистики до волонтерства. Меня, честно говоря, очень радует, что ребята сегодня, когда их спрашивали, вот что для вас было бы такой крутой наградой за победы в олимпиадах или в конкурсах, абсолютное большинство говорит, что это даже не деньги, а возможность посмотреть страну. Это путешествие. Да, вот это вот, то, что ребята очень хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная, насколько прекрасная наша страна, это, по-моему, очень здорово.